Валентина Сычкова поступила в отделение неврологии 8 дней назад. У нее случился инсульт. Первые дни женщина не могла двигать ни рукой, ни ногой. Сейчас Валентина проходит лечение на уникальном тренажере «Ревайвер», и уже заметно улучшение. Ну, я думаю, если с таким аппаратом, все будут ходить. Не только я. Я, конечно, постараюсь, чтобы побыстрее побежать к своим внукам. Они очень меня ждут. «Ревайвер» – устройство, которое не имеет аналогов в мире. Это прорывная разработка ученых Самарского медуниверситета. Очки виртуальной реальности, пневмоманжеты, компрессионная установка и специальная программа погружают пациента в виртуальную среду. За счет синхронного воздействия на тактильные, зрительные и слуховые рецепторы активизируются различные группы мышц, и тело вспоминает, как нужно двигаться. Одно занятие на таком тренажере длится 10-15 минут. Программу аппарата постоянно совершенствуют. Сейчас в нее добавились новые локации, например, город и водопад. Мы за счет нейроуправления расширили группу, потому что она стала более обширной. Если раньше мы брали достаточно грубую патологию, когда пациенты действительно не могли ходить, и первые занятия начинали проводиться в условиях палаты, то сейчас мы берем пациентов и с более легкими двигательными нарушениями, и в том числе с другой патологией. За почти 2 года работы тренажера сотни пациентов после инсульта встали на ноги. Мария Елчан, Максим Гусев, «События».